Итак, как перехитрить китайца? Или один из вариантов ремонта? Сначала зачистим аккуратненько. Все это делаем очень аккуратно, чтобы у нас был чистый срез. Далее берем так, берем вот так. Теперь нам надо залудить все это дело. Так. Теперь надо припаять. Припаивать будем с очень хитрой вещью. Нужно засунуть, но не заводить. До жесткой сцепки. Так. Подпаиваем контакты. Все, паяльник гасим. Здесь у нас припаяно. И теперь нам надо вывести так, чтобы можно было свободно вращать. Ну и соответственно закручиваем. Чтобы у нас провода не перекручивались внутри. Вот, а теперь мы их просто додавили. Ну и соответственно будем проверять сопротивление, которое у нас получилось обычным прибором. Так. И вот так. Сопротивление у нас получилось вот такое. Попробуем покрутить. Проверка на КЗ. Ничего не дает. Идем проверять. Так, выкручиваем. Прикручиваем нож, вернее просто вставляем пока наш привод и смотрим. Что можно сделать? Так, проверяем. Так. Ну и вот он работает. Ну
Ну и по такому принципу идем чинить все остальные. Единственное, что вот здесь вот надо будет капнуть каким-нибудь суперклеем типа момента для резины, чтобы зафиксировать и загерметизировать маленькие щели. И все.